только что несколько минут назад закончился круглый стол городского совета депутатов совместно с городскими властями, с нашим велодвижением или с обычными обывателями, как нас назвали, с жителями города. Вы знаете, я до сих пор пока под впечатлением, 2 часа длился круглый стол, в присутствии прессы и так далее, было озвучено то, что нас знают, что есть велосипедисты, что есть большие проблемы, что эти проблемы нужно решать. Эти проблемы будут решаться, как нам обещали. Все понимают, готовится много совместных проектов. Ну, остается только верить в то, что это все будет не просто на бумажках или на словах. Ну, и дай, говорится, Бог здоровья всем нам, чтобы дожить и увидеть всю эту красоту, то, что нам рассказали, что должно быть. Ну, основные позиции, ты скажи, наши моменты, наши бордюры горячие, что нам ответили? Горячие бордюры признали, что это действительно, это проблема. Ну, будут решать потихонечку, где-то точечно, где-то в масштабах города. Сказали, что много проектов готовых есть, но пока нету финансирования на ту же улицу Чернышевского, на те же создание тротуара, велодорожки возле Алексеевского рынка в сторону выезда из города на Несвежский перекресток. Ну, еще там, я так понял, ряд новых новшеств будет. Значит, велодорожка в сторону Мышанки должна в ближайшее время, как сказали, должна быть очень готова быть и так далее. Я, правда, не видел, чтобы там что-то делалось так, в каких-то масштабах, каких-то массовых, чтобы кто-то что-то вообще начинал делать. Ну, поживем, посмотрим, что будет. По крайней мере, нам сказали, что мы теперь будем действовать вместе. Да, да, вот это прозвучало. Нам сказали, да, что мы можем теперь делать свои велопрогулки с ГАИ, с городом. Ну, то есть, с властью, вместе, совместно это и так далее. Никаких проблем, и подавать заявочку, да. И маршруты, и проблемы теперь мы можем обсуждать вместе. Вместе с городскими властями, да. Это радует. Это очень радует. Так что, друзья, вот закусь. Закусь. А вот напиток. Вот стаканюга стоит. С пивом. Один, вот стаканюга, второй. Не дотронуться. Крепкий, горячий. Празднуем победу, ребята. Давайте, следите за новостями. Всем добра. Стаканюги точно.